Глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий проконтролировал ход работ по благоустройству дворовых территорий. Он также ответил на вопросы жителей близлежащих домов. По словам главы, всего к 1 сентября планируется отремонтировать около 69 дворов. Уже завершаются комплексные работы по благоустройству 4 дворов в Люберцах. Глава городского округа лично осмотрел ход ремонта в одном из люберецких дворов на Октябрьском проспекте. Вот в плане этого года 69 дворов. И мы планируем эту работу завершить, я думаю, ну, ставлю задачу до 1 сентября, хотя есть областные задачи, которые перед нами ставит правительство Московской области. Стоит задача завершить благоустройство до 1 октября. По словам Ружицкого, в комплексное благоустройство входят следующие работы. На детских и спортивных площадках, а также ремонт тротуаров, бордюров и проезда вдоль дома. Это, повторяю, это дорога, это детская спортивная площадка. Вот этим мы занимаемся. И вот мы находимся вот на Октябрьском проспекте, дом 276. Это вы можете увидеть, что тут делается. И таких дворов у нас, повторяю, 69. Глава отметил, что на детскую площадку и дорожное полотно гарантия составляет 3 года. Также были привлечены проверенные организации, которые работали в Люберцах или же имеют хорошие рекомендации. Площадка очень хорошая. Сама занимаюсь на дренажерах. Серьезно. Ты спортивный человек? Да. Да, хорошо. Хорошо. Очень рада, что наконец вы занялись нашим благоустройством нашего дома. Я скажу по секрету, мы бы в один год бы занялись, все решили. Во дворе, куда приехал глава округа, появится 10 дополнительных парковочных мест, которые были согласованы с жителями. Также люберчане могут активно высказывать свои замечания по благоустройству дворов на страницах в соцсетях. Наталья Григорьева, Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.